Пока баскетбол, четвертьфинал Единой Лиги ВТБ примечательны не только своими спортивными результатами, но и тем, из каких компонентов они сложились. Взять хотя бы сверхлюбовую победу ЦСКА над клубом «Локомотив Кубань». Рискну предположить, что именно армейцы вдохновили Илону Коростина на создание вот этого рейтинга. Первый раунд плей-офф Единой Лиги ВТБ завершен. Подведем итоги. Пятое место. Джокер Никита Курбанов. Плей-офф – это время новых героев. Российский форвард Никита Курбанов стал настоящим джокером казанского «Уникса» в серии плей-офф с красными крыльями. Он забил 56 очков, что в три раза превысило его среднюю результативность в регулярном сезоне. Четвертое место. Кровь на паркете. Плей-офф – это всегда борьба, иногда даже до крови. Американский защитник Нижнего Новгорода Тейлор Рочести ощутил это на собственном опыте и на своей голове. К счастью, и для Рочести, и для его команды все обошлось. После столкновения и кровавого удара Рочести вернулся на паркет в образе мумии с перевязанной головой и внес весомый вклад в третью решающую победу Нижнего. Третье место. Не было бы счастья. Плей-офф – это преодоление. Литовец Ритас в день игры с «Триумфом» стал жертвой московских пробок. Литовская команда не доехала до Дворца спорта в Люберцах и провела свою тренировку на улице. Свежий воздух чудесным образом подействовал на литовских игроков. И в третьем решающем матче литовцы буквально забросали кольцо «Триумфа» дальними попаданиями. 15 результативных трехочковых позволили Литовас Ритас одержать победу и выйти в полуфинал. Второе место. Возрождение чемпиона. Плей-офф – это характер. Действующий чемпион ЦСКА начал серию с «Локомотивом» за упокой. Подтверждением этому два домашних поражения и претензии главного тренера Этера Мессины и защитника Милоша Теодосича друг к другу. Но все хорошо, что хорошо кончается. Эффектный бросок Уинса в Краснодаре – яркая иллюстрация мастерства армейцев. Одержав три победы подряд, ЦСКА спас серию и вернулся на тропу чемпионов. Первое место. Бросок на миллион. Плей-офф – это сенсация. Нижний Новгород выбил из игры одного из фаворитов, непобедимый в регулярном сезоне «Химки». Во многом решающей стала первая игра и фантастический победный бросок нижегородца Петра Губанова.